Вот это я на другой стороне нашел эту трубу, она реально большая. Под ней, вернее, над ней, вон там стоит дом. Из нее шпарит, будь здоров. Воняет, конечно, нехило, отсюда все запахи. И эту трубу, я думаю, ну ничем не завалить и не забетонировать. Все лето, по-моему, там и зимой, по-моему, теплые воды сливались какие-то, вода местами не замерзала даже у нас.